Коллеги, рядом со мной Наталья Марова, retail.ru. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. У нас Retail Tech, третий день, практически конец третьего дня, и поэтому можно уже подводить итоги, хочется вашего мнения. Второй год активно мы работаем на Retail Tech. Вообще, на самом деле, все время, когда мы работаем в режиме пресс-центра на различных мероприятиях, каждый раз вот есть вроде как желание сравнить, и все-таки сравниваем в первую очередь год с годом. Ну, три дня программы, очень плотно, много, что приятно понимать, сейчас время почти 6 часов вечера, еще люди на площадке в полную работают, есть еще до сих пор трек, который заканчивается, ну, немножечко там затянули, и там полный, практически полный зал народа, удивительно. По предварительным оценкам, насколько я знаю, что-то около 4000 посещений, ну, посетителей было у нас в рамках этого мероприятия. Сама я вчера проводила ритейл настоящего, для меня было крайне большим удивлением понимать, что плотность народа была до 5 часов вечера, у нас в 5:15 закончился эфир, это было шикарно. Вот. И стенды работали активно, много, ярко, и понятно, что непростая ситуация сейчас вокруг, и не всем вроде как получается найти позитив для тех возможностей, которые нас там в конце концов ожидают, да, различные вещи, но мы точно понимаем, что отсюда забрали много энергии, которую они повезли в свои компании, и очень надеемся, что этой энергии им хватит для того, чтобы новые свершения делать. Но мы и по риторике в нашем пресс-центре видели, как приходили наши спикеры с самого начала, и как спикеры приходили к нам уже на второй, третий день, уже более одухотворенные, уже с улыбкой, с позитивом, со взглядом на будущее. Ну, в этом, в принципе, в том числе уже наша задача была, чтобы действительно люди могли взять какую-то толику оптимизма. Но надо понимать, что, ну, вот если про пресс-центр говорить, у нас 90 роликов, вот я так понимаю, что сейчас 90 буквально записываем, да, и это, опять же, замечательно. Мы цифровой след очередной раз сделали. Вот. Ну и что я могу сказать? Приглашаем на следующий год. Готовьтесь с кейсами. Я, опять же, приглашаю в ритейл настоящего, а также на секцию фудтеха. Ну, будем дальше смотреть, какую еще программу подготовят наши коллеги. Вот. И, конечно, мы как Retail.ru будем помогать и далее развиваться данному проекту. Спасибо большое. До встречи в следующем году.